у папы на работе. Было обычное пятничное утро, но пройдет ли этот день для папы так, как задумывался? Ну все, я убегаю на репетицию. Репетицию? Ну конечно, отчетный концерт на носу. Ты ведь не забыл? Конечно нет, просто пятница очень быстро наступила. Ребята, ведите себя хорошо. Пока-пока. Ну и чем мы сегодня займемся? Пойдем в кино? Может, лучше в цирк или в парк? На экскурсию. Сегодня я покажу вам свою работу. Папе на работу! Ура! Семейка собачек! Веселый денечек! Ого! Ну вот. А здесь мы разрабатываем крутые приложения. Вау, как круто! Что мы здесь будем делать? Вот, посидите здесь и немного порисуйте. Только не шалите, я скоро вернусь. Хорошо, окей. Мне надоело рисовать. Мне тоже. О, давай запускать самолетик. Давай, первый пошел. О, вот эта штуковина! О, очень странно. Ничего не понимаю. До запуска ракеты осталось 3, 2, 1. Пуск! Красота какая! Сигнал пропал. Дети, у меня для вас будет очень важное задание. Отнеситесь к нему со всей серьезностью. Какое? Пообщайтесь с нашим искусственным интеллектом. Искусственным интернетом? Искусственным интеллектом. Привет, Робби. Я привел тебе новых друзей. Доброе утро. Рад знакомству. Привет, Робби. Попробуйте-ка научить его чему-то новому. Ну что, время обеда, и я могу уйти сегодня немного пораньше. То есть, они могут соединяться в одного большого робота? Ну, наконец-то ты понял! Это такая скучища! Девочкам просто не понять! Точно! Невероятно! За один день он выучил столько новой информации. Теперь я знаю о детях все, как Мэри Поппинс. Ха-ха-ха. Это гениально. Программа «Няня» развлечет ребенка беседой. Бублик, кисточка, спасибо вам. Вы очень помогли. Мы старались. После обеда с меня мороженое. Ура! Семейка собачек, веселый денечек.